Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск на нашем канале, и сегодня у нас все на бело-синем-голубом стиле. Видели стильный Сьюп? Вот, встречайте, пожалуйста. Как бы я не ругал бы Сьюп, но вот есть некоторые сборочки, которые прям божественные, да? И радуешься, когда видишь такие велосипеды, которые гармонично полностью собраны по цвету. Ну, только вот вынос выбивается отсюда, со всей стилистики. Но я думаю, все это будет со временем меняться. Это какое-то, наверное, временное решение. Хотя я могу ошибаться, не знаю. В общем, принесли нам Сьюп на обслуживание, на прокачку новых хопов Е4 на Т4 ручки. Е4 от В4 отличается тем, что у них 4 одинаковых поршня. И это не самая мощная композиция в линейке от компании Хоп. Также мы работали с колесами. Колеса здесь собраны, опять же, на втулках Хоп. Про 4 задняя втулка, ну, передний Хоп под ось. Хоповские Е4 тормоза и хоповские втулки связаны между собой хоповскими роторами на красных пулках. И вообще, в принципе, весь этот велосипед решен в таком правильном гармоничном стиле с сочетанием синих, голубых и красных тонов. Просто красивый велосипед. Если говорить про раму, ну, обычно гражданская рядовая рама алюминиевая. Слава богу, не этот божественный карбон, который они лепят. Обычная алюминиевая рама, система подвески ФЦР, 4-рычажка. Ничего не примечательное, обычная рама. В принципе, тупо обычная рама. Дополнена эта рама вилкой Fox с черной ландировкой под Boost, 36-й диаметр ног. Ну, в принципе, хорошая гражданская рядовая вилка. Шатуны SRAM, но несмотря на вот эти шатуны с технологией Norovite, сзади применяется переключатель XT, и, кстати, монетка стоит на матчмейкере, чтобы руль ничем не нагружала. Что еще примечательно в этом велосипеде, кроме того, что он качественный, стильный и достойный? Штырь Е13, телескопический дроппер. Примечательно он и зацепил мое внимание тем, что у него хорошая качественная монетка. Такую монетку захотелось поставить на Giant Rand, который мы строим в нашем сервисе. Построили уже и заменим фоксовую на вот эту вот Е13, ну, потому что она прям приятная, со шкурочкой такой вот. То есть работать большим пальцем по монетке просто круто. Плюс монетка Е13 закреплена на матчмейкер, на хоповскую ручку. Прям реально круто. Реально круто, такой прям приятный велосипед, который хотелось бы вам показать. А мы пока пойдем заниматься нашим новым проектом, народным опять Giant Anthem. Вот он новый, только что вытащили из коробки на такой вот подложечке, на картонной, их запечатывают, я не знаю, как будто ядерные отходы перевозят, не дай бог, с ними что-то не случилось. В итоге нас ждет новая сборка на раме Giant. Не забудьте подписаться на наш канал, смотрите наши выпуски, задавайте вопросы, пишите комментарии. До скорых встреч.